Дорогие друзья, сегодня я в доме Фарфора в Москве на Кутузовском. И мы в предвкушении замечательной презентации, которая будет посвящена новой моей коллекции совместно с Императорским фарфоровым заводом. Называется эта коллекция «Очень красиво, оттепель». И она рассказывает нам о моде хрущевской эпохи, начала 60-х годов, в образах моды и в фарфоре, выбранных из иллюстраций моей коллекции. Многие платья, которые представлены здесь, конечно же, тоже принадлежали знаменитостям, тоже пришли из моей коллекции. И я очень рад тому, как Дом фарфора это представил вместе с красивым хрусталем, вместе с этими изысканными, замечательными зефирчиками, живописными произведениями. Все в стиле ретро. Вот посмотрите на триумф этого нейлона в стиле New Look. Узкая талия, широкий подъюбник, роспись живописная по костюму и, конечно же, советское шампанское, как без него, без этих фруктов. Все тарелки именно из оттепели, они выполнены в рисунках тканей, которые относятся к этим самым платьям, использованным здесь. Я уверен, что вам всем очень понравится. Приходите во все магазины ФЗ, заказывайте эти замечательные коллекции и будьте счастливы.